Случилось непоправимое. Похороны Жириновского уже запланированы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пообещавший на прошлой неделе обсудить с депутатом Леонидом Слуцким обвинения в домогательствах, поступившие в адрес последнего, передумал разбираться с этим вопросом до выборов. По его словам, он не будет ради этого бросать избирательную кампанию. Скандал с предполагаемыми домогательствами в Госдуме начался на прошлой неделе. 22 февраля в эфире телеканала «Дождь» корреспондент телеканала Елизавета Антонова спросила у Жириновского, известно ли ему о том, что журналистки жалуются на домогательства со стороны одного из депутатов от ЛДПР. Антонова уточнила, что речь идет о председателе комитета по международным делам Леониде Слуцком. Позже телеканал сообщил на своем сайте, что несколько журналистов на условиях анонимности сообщили ему о якобы непристойном поведении депутата. Жириновский тогда ответил, что ему об этом ничего не известно, и пообещал поговорить со Слуцким. Слуцкий в комментарии «Дождю» все отрицал.